приобрел себе 5-розеточный пилот, вот такой вот удлинитель на 5 метров. В общем, хорошая такая вещь была, пока вот ролик я снимал, что шумы какие-то подозрительные, как бы я мимо-то проходил его и увидел случайно вот внутри искру, то есть вот в отверстиях этих. Он новый, совершенно новый, просто купленный из магазина, вот сейчас лежал. Я все-таки думаю, дай запишу, чтобы как бы люди знали, что стоит, не стоит подобные вещи покупать. Маркировка у него вот такая вот. Сразу можно 10 раз подумать. Подключала в него слаботочку, это максимум, ну, ватт 300-400. А 7 ампер умножить на 220, это та мощность, которую он, по идее, может тянуть. Я не знаю, каким чудом произошло вот следующее, что я сейчас вам покажу. Кстати, винтики здесь вот такие вот, сейчас покажу, их просто так не открутишь. Ну, как бы записываю для того, чтобы вы это все знали. Новое, оно не всегда хорошее. То есть и дешевое, или дорогое, надо все понимать и представление иметь. Вот смотрите, открываю. Я, честно говоря, был в шоке просто. Ну, я догадывался, что что-то не то. Во-первых, кнопка перестала работать. Видите, она не нажимается. Все, хана кнопки. А внутри у нас медяха и... Не знаю, как вам это показать. Так что 10 раз подумайте. То есть там чуть не перехлестнулось. У нас получается фаза и 0. Ну, провода это где-то 0,5 квадрата, мне кажется. Для 0,75 тонковато. Вот видите, как дело обстоит тут. Так что лучше разберите, посмотрите. И вот это вот, видите, тоже какое-то сечение получается, раз часть проводов у нас в воздухе висит. Это даже и уже не 0,5, потому что часть не используется просто. Здесь вроде бы завальцовано нормально, здесь очень плохо. Поэтому разбирайте и будете более в безопасности, чем при подобном. Тут, походу, внутри кнопки самой искрит. Ну и кнопочка, походу, низкого качества, потому что она первая сдалась. Странно. На кнопочке маркировки я не наблюдаю. Вон с той стороны. Что-то... Ничего себе. 15 ампер, что ли? 15 ампер, 220 вольт. Да, печально. Так что, ребят, будьте в курсе. А я его сейчас буду переделать. Всем удачи, всем пока.